Бу! Привет. Здрасте. Здравствуйте. Рослейк Парк. И наш любимый Джеймс. Слушайте, этот Джеймс уже натерпелся, по-моему, настрадался. Джеймс, это кто? Ну, наш вагончик, наш трейлер. А, колеса. Ой. Джеймса, да-да-да. Так, вы тут лутайте, а я буду на улице лутать. Хорошо. Что давай, это? Давай. А, это палатка. Запекаем. Это так, у нас по классике. Ничего. Ты винтовку. Да ладно. Да ладно, я мне уже, я уже схватил. Да, я пистолетом. Я взяла сигнальный. Не включайте музыку, сейчас же сюда придет этот засранец. Пусть придет. Возьмите камеру, может, парочку. Так, это мне. Я на улице. Так, отлично. Так, это ты тут уже. Странная какая-то тень. А я не все смотрел. Знаешь, где надо холодильник. Я за собой хожу. Правильно, правильно, правильно. Холодильники 4 мяса, патроны. И там же пистолет, я забрал их. О-о-о. А тут. Слушайте, мы даже сюда приехали, столько срача развели. Надо сходить, короче, в новые места, да? Мы не во всех местах же были. Да, мы справа не были. Слушайте, а где пистолет? Я в сигнале взяла. А пистолета вроде не было здесь, не? Был. Ну, вообще он должен быть. А, Алекс, нет, под растением, под зеленой херней. Слушайте, а что у нас такой пыльный Джеймс? Мы что, за ним не ухаживаем? А? Не ухаживаете, да? Ну, я зашла, тут какие-то эти, как орбы полетели. А хотя бы одна осталась аптечка, ну я так... Так, есть, я сейчас тебе дам. А то я так зашла уже посмотреть. У меня, кстати, тоже ничего нет. Я вообще на Гали. Ой, ни одной аптечки? Ни одной аптечки. Стой, ой-ой-ой. Потому что я 3 собрал, поэтому... А, так вот. Кто же сомневался? Все, всем раздал по одной, спокойно. Так, миссинг. А, и тут же песик пропал. Миссинг и Люлю, я на улице. Я смотрю, что вы камерами побрезгли, да? Решили, не, брать не будем. Так это твои, забирай, кстати. Так, а если я не собиралась вообще сюда заходить? О, патроны 7,62. Что с капканами? Понимаю, да, что находила? Не-а. У меня один есть. 7,62. Я забрала, стой. Дедулька, стой. На тебе 7,62. Давай. Тебе же надо? А 9 миллиметров есть? Не-а, я не тебе отдал 10 лежат. Штук. Я тебе десятку закинул. Так, а здесь? Внутри тебя мои патроны. О май! Так, Олег, возьми капканы. Так, I want to капканы believe. Капканы беру, беру, раз, два. Я взял эти два, все. Угу. Итак, кто помнит, в какую сторону мы шли? Ну, карту открываем. Смотрите, мы не были внизу, по-моему. Мы вот возле этого зеленого озера были, а центр и низ, по-моему, мы не лутали, но... Ну, погнали. Так, а как там у нас свет на F? Вы помните, что он довольно агрессивен, и он убьет Дашу в первую очередь. А, вот так даже? Угу. Вы такие милые и добрые, что я просто вот прям не знаю, что вам сказать. А у вас какое оружие, скажите мне, пожалуйста? Винтовка, пистолет. Как всегда. Классика. Здесь ничего не меняется. У вас тоже бывают периодически профризы, да? У меня пока не было. Ну, у меня на ОБС я периодически вижу. Хотя, может быть, это на ОБС? Так, стоять, куда мы идем? Я предлагаю вниз, может быть. Вот сейчас, смотрите, вниз вот прям пойти по мини-карте. Давай, Даш, предлагай. А вы голосуете. А мы предложение принимаем или отклоняем? Смотрите, Old Hunting Tower, а там наш трейлер. То есть у нашего трейлера здесь есть значок, вы понимаете вообще? У нас есть отдельно. Ой-ой-ой! Чуть по голове не... Осторожно, осторожно. Это что? Это ты себя так ведешь. Это дерево, торчащее из камня. А. Спасибо. Так приятно. И где Old Hunting Tower? Ой. Не знаю, я пока не вижу. Но у меня есть ночнуха. Ты не переодевался? Ночное видение. Ой, Алекс, ты в ночном видении такой прикольный. Да? Я хочу наверх сбегать. Вы со мной? Или вы прямо? Красавчик, да. А вот, конечно. Вот Old Hunting Tower. Old Hunting Tower. Мы же прикрываем твои тылы, то есть это нормально. То есть мы сзади. Так, я пойду. Тут, кстати, может быть какой-нибудь бензик. О, опять нож. А вам нож не нужен? Ну, кстати, возьми, если придется, как в той серии, долбачить его. У меня есть нож, я с ножом и бегаю. А, у меня, кстати, тоже есть. О, записон. А ну. Мне, кстати, написали, что на каждой записке с кодом есть цветной квадрат. От какого цвета квадрат, от того цвета и сейф. Ну, типа, так все сейфы одинаковые, по-моему, нет? Нет, там именно у каждого сейфа есть свой R700 квадрат. Нашла и патроны. Чем вы смотрите? Куда вы смотрите? Мартин, лесник из Редвуда. Хотел убить Бигфута или убил взрывчаткой. А мы это находили, мы тут были уже. Мы были, да. Смотрите, здесь есть спуск вниз. Давайте, наверное, вниз спустимся. О, флаг Украины я нашла. Я прыгаю. Оп! Тут что-то есть. И что же там? Тут радио. Удиви нас, Даш. Удиви нас по-хорошему. Тут чья-то еда. Я не буду это брать. Дикогон. Она, наверное... Дикогон? Что такое дикогон? Что такие глаза пучишь, мать? Ты нормально вообще? Ты себя вообще видел?
Чего ты кричишь? Алекс, посмотри на меня. Меня вообще не видно. Нет, Алекс, у тебя глаза просто вываливаются. У Алекса тебе нормально вот зимой, ты ночью в очках темных солнцезащитных? Нормально, нормально. А это, может, не солнцезащитные? Это тебе типа как эти антифары, бликофары или как? Хотя кто тут светит, я не знаю. Пойдем. Антифары. Ой, пойдем туда. Все, я побежал, короче. Так, я надо домики. Знаю. Давайте искать. Давайте домики, искать домики. Чем вы так меня слушаете? Я R700 чем? Нашла. Так отлично. Держись, ходи. Стой. Фу, сейчас выстрелю. R700. Я думал, дробач. Да, это дробовик. Найти бы еще что-нибудь. Наверное, как у тебя, да, такая. Ой-ой-ой. Не, у меня красная, у меня с платным скином. Ну, ты же мне сказал, что не на... Тихо, это мажор. Что? А, это... Дед. Ребята? Долбит. Где он долбится? Долбится где-то, падла. Не знаю. Но у меня только 20... Смотрите. Так, стоп, я предлагаю туда пойти. Давайте туда и там повернем. Что там мы были в той стороне, а вот сюда мы не бегали. Так, нельзя. Он где-то надо позади. Смотри. Ну вот, хай гуляет. Ему там... О, да, дома. Да-да-да-да-да, дома. Тут быстро бегать нельзя. Ой, какие профризы. Не, нормально, все плавно. Все идеально. Может быть, это на ОБСе? Тебе пора уже компьютер обновить. Хорошо, я тебя услышала. Мутаемся. Тут есть чай. Патроны. И туалет. Сейф. Ребята, сейф. Ребят, сейф с голубой пупочкой. Запомните. Запомним. Голубая пупочка. Голубая пупочка внизу. А чего не писечка? У нас же все на писечке. А вот я нашла 4608. И здесь динамит. Бабки. Динамит. Забирай. Нет, давай лупи возьми. Я не помню, каким пользоваться. Берите вы. Так, то есть мы сейчас же как лохи выглядели, да? Ты может... Вопросы ко мне будут. Так, спокойно, ты, может, вспомнишь. Я вообще не знаю, как это. Давай, я бери. Я канистру нашел. Это крыть, они ругаются, ребят. Просто вот это ты возьми, нет, ты не возьми, твое. Ну, я имею в виду образ. Твою мать! Что? Ну, бэмкнула. Бэбэнг? Бэбэнг. Так я пошла в туалет. А, в туалете уже Алекс побывал. Там, кстати, остров. Видели? Нет. Мы вообще тут с Алексом бегаем. Вот туалетная бумага, по-моему. Или это бумага вот эта вот? Вытирать лицо. Ты часто туалетная бумага лицо вытираешь? Да нет, я имела в виду это эти... Paper toilet. Подожди, paper. Yes, папа. Да нет, ну paper towel. Я пришел за динамитом, а динамита уже нет. А я его уже спер, да, но я тебе сижу, да. А, ну естественно, я не удивлен. Так, на кнопку. Что, кто-то о, взял. Так нет, ребята, это все-таки туалетная бумага, я пошла. И динамит. Черт! Вот. Что такое? Шуршит. Бежит уже? Не знаю, но кто-то... Алекс, а давай я тебе это хотел сказать. Костыль отдам. Цистерну дам. Да, давай. Ой, я сюда могу залезть. Нет, не могу залезть. Забирай. О, смотрите, какой кусок мяса! Это что? Так, меня еще никто не обижал. Да я не про тебя. Так, стоять. Ну это не остров, смотри. Это такая загогулинка. Ты реально удивилась кусочку буженины? Нет. Ну, аппетитная. Да. Ой, тут сосиски лежат, ребят. Ну все. О, сосиски. О, вино. Даш, винчик. О, вино. О, сосиски. Ты куда? И что там, Олег? Ты далеко? На ту сторону. А что у нас в Канаде водится вообще? Бигфут. Не аллигаторы. Кто его может скушать? А чё я умираю? Ну ещё бы. Ну так выплывай давай. Холодно. Блин. Греби обратно. Ай-яй-яй-яй, подождите. Греби давай сюда. По-моему, там ещё бигфут. Не плывёт чего-то. Всё? Не плыву, не знаю. Быстрее! Давай. Тебя аптека ж есть? Давай. Я что-то помираю, с хрена я умираю-то. Ну смотри, мы можем тебе помочь, в принципе. Плавать не умеешь, может. Да. Так сказать. Джеронимо так. Вылазь. Так, аптечка. Есть чем лечиться? О, 74%. Нормально, я сплавал. Ну, зашибись, вот я же говорила, что не надо туда плавать. Ладно, я пока лечиться не буду. Я хотел проверить, что там. Так, а куда мы там пройти можем? Да, мы можем деда пройти. Послали. Молодняк послал так. Деда. Да ты сам крикнул вот Джеронима и рванул в воду вообще. Я думал, вы не против. Да. Так, ну, я пока не вижу эту жопу с ручкой. Жопу с ручкой. У меня, наверное, ролик будет нарезкой, потому что у меня периодически просто 17-15 кадров. То есть бегу плавно, потом вдруг бац, 17 кадров. Ну, может быть, потому что это еще бета-шмета. У меня ничего не лагает, я тоже бесом пишу. Нет, я имею в виду, может быть, потому что версия, но я не знаю. Ну, короче, не спрашивайте меня, тут никого. А зачем тут машина, в которой нет ничего? Блять! Извините! Ты не... Дед! Ну вот так. Алекс, забери у деда оружие, у него руки уже шалят. Рогнул, блин. Молчите здесь, а? Я присутствую так без... Мы слушаем!
Мы прислушиваемся. Даша, а ты в настройках сервера Бигфута включила вообще? Нет. А что, там надо включать Бигфута? Я просто думал, нападает он. Нет, сегодня. Но он решил не сегодня. Он решил нам дать возможность залутаться. О, дом! Паркентер! Так, ну, удиви тут, меня, кстати, игра. Костер догорает. Аптека. А значит, были люди. О, газовый баллон нашел в туалете. По-моему, дед еще... О, слышно, как дед кашляет на весь этот самый... В бу водопада. Мне кажется, что этот самый... Бигфут сейчас услышит старого деда и такой решит, ну нафиг. Тут написано в бу водопада. Кто-то шарит? В бу? В бу. Какие-то буквы пропущены, по-моему. Бу. Давай сейчас подойдем посмотрим. Это, наверное, сверхзагадка, которую мы должны сейчас все коллективно решить. Сверхзагадка, да. Да, сверхразумы решают сверхзагадки. Все нормально. Так, это ничего. Так. А это нет. Кто-то ходит, топает или мне кажется? Тут ничего. Ну мы тут. Мы топаем, но тут как-то... Тут рука Бигфута есть, прям, смотри, отпечаток такой. Пятипалый. А кто фотик брал? Кстати, хороший вопрос. По-моему, я. Ребята, а тут такой так телефон, интересно, стоит, да. Наклоненный. Только у меня сейчас часы пикнули. Нет. У меня тоже они... Так покажи, где в ту водопада. Там в 6 у водопада, Олежа. У меня в БУ написано. Это в 6 у водопада. Так, кстати, господа, я нашла канистру. Так, может, в 6 к водопаду подойдем? Может, там что-то есть? Патроны, кстати, 56, надо кому-то? А часы у тебя есть? Да, если ты на Q нажмешь, то будет часы. Туда нельзя вылезти, вы пробовали? Ну, сходи туда проверь, давай, ты уже сплавал, теперь давай. Нет, там ничего нельзя, тут я уже попыталась полутаться, но... По-моему, я аптеку тут нашла. Ладно, смотрите, нам налево. Road closed. Ну давайте, тут же запрет. Мне писали в комментах, что есть, короче, кладбище Бигфутов. Может быть, это, конечно, враг и все, но... Может, ничего и есть. Себе. Не, ну да. Если ребята хотят, чтобы мы нашли кладбище, то лайком надо обязательно поддержать. Я нашла первый тотем. О, кстати, а вы думал, заметили? Даша дышит. Душные какие, душные. Вы заметили, что это первый тотем за эту серию? Так больше не надо. Суть в том, чтобы не сдыхать. То есть ты не умираешь. Окей. И все нормально. Так. Алекс, запиши, пожалуйста. Вначале, да, я записал, что вначале сказал, что ты сразу умрешь. Я уже этот записал. Да. Вычеркивать. Тут, знаешь, это противоречие. Ну, пока еще живой. Вам как фонарики не слепят, но днем. Ты так переживаешь за наши фонарики? Я слышу Мишку. Черт. Где-то Мишка. Я слышу шуршу. Че? Мясо, мясо. Вали мясо его, вали на мясо. Мали? На медвежать. Да патронов мало. Лапку пососешь. Медвежья. Чуть-чуть. Это ж тебе не кроличья лапка, которая должна быть. Кто-нибудь любит медвежьи лапки? Я, кстати, медвежатину никогда не пробовал. Да ну, дичь, говорят, невкусная. Она жесткая, по-моему, вонючая. Дичь невкусная. То, что ты сама найдешь, убьешь, знаешь, какое вкусное должно быть? Нет, я против. Это же живое существо. Представляешь, если это мама-медведица шла к своим медвежатам. Нет, таким же. А тут бежит бородатый мужик, можно, такой мужлан. Про каждую свинку, коровку, курочку. То же самое да, говорит. Они целыми семьями там яичку. Рождаются, и потом целыми семьями устраивают им геноцид, понимаешь, на птицефермах. Так, все, как-то ты перешел в какие-то совсем грустные темы, я буду идти молчать. И, кстати, медведь выжил. Так что все, его никто... Этот, он дальше пошел к своим медвежатам. Это чья-то... Там нет птенцов. Жизнь. Там нет птенцов. Да. Вот и живи с этим. Без петуха там. Там нет, Олеж. Там жизни нет. Там немножко другой процесс. Без петуха там жизни нет. Я запишу, хорошо? Парк Энтер, Devil Creek's Ranger Station. Так, а мы там... Давайте сюда сходим. Или туда. Так, тут какое-то поле. Футбольное. Давайте туда пойдем. А мяч есть? А, я знаю, где это. Мы тут ходили в той серии, мы сюда прибежали, а потом пошли на ту сторону, да? Или это не туда? Так может тогда туда пойдем, если мы там. А там мы вернемся, смотри, мы по сути вернемся к Old Hunting Tower. Там, где мы были. Да. А вот здесь я не помню. Ну, может, я тут трупом лежала, я не знаю, поэтому я не. Ребята, тут упавшее дерево. Мы тебя носили. Да, кстати. А почему? Так, тут опять развилка. Блин, сложно. Подождите, так. Тут. Разве есть? А вот этой дороги на карте нет. Да, кстати. Вот я только хотела сказать, а где эта дорога? Алекс, глянь, ее нет, мы уходим. Так а что это, куда это мы? А-а-а. Так может Олег пойдет, у него опыт есть. О, смотрите, тут какая-то расщелина. Дыра, дырка, дырочка, отверстие, технологическое. Так это какая-то секретная... Клад задних футов. Ребята, это попадос. Что это? А
Тут Big Bear Cave. О, красиво. О, да, здесь я прыгаю. Так, Олег, давай, Джеронимо. Ну ты у нас любишь проверять всякие такие локации. Патроны. Что, тут у нас скелетик? А вообще ничего нету. Мне кажется, тут должно быть оружие, но я его не вижу. Кстати, дробовик... это больше всего похоже на пещеру Бигфута. Вот тут он спал. Нормально он обустроился, у него лампа здесь. У него джакузи. Развивается. Да. Где у него тут пузырьки? Тут ничего нет? Ну, я взяла, смотрите, я вот патроны для сигнального пистолета и наши патроны лежат, все. Я на дробовик нашел патроны. Я могу тут камеру, конечно, поставить, но надо ли? У меня есть три камеры. О, подсекать. Блин, а кстати, поставь. Прикинь, он придет, но... Одну, давай. Да, а придет, мы будем наблюдать, чем он занимается, начнем, да? Да, он будет смотреть за ним. Ай-яй-яй, контент 18+. Он приходит такой с работы, уставший. Да, да. Снимает себя Бигфута. Мы засняли голову Бигфута смотреть в наивысшем разрешении. До конца. Ютуб такой приходит, говорит, на, подержи мое пиво. У меня есть дело. Голые смотреть там, до конца, да? Там не только Бигфут. Да-да-да, переходите в наш телеграм-канал, отправьте смс. Что-то шумит. Учтите, сейчас... я только хотел сказать... Все. Черт! Сразу? Да. Блин, нет, в чистом поле не надо. Мне 15-30 патронов. В чистом поле срать не сядем, да. Кстати, ребята, у вас есть 9 миллиметров у кого-нибудь? Может, завалялось? 9. Я даже не спрашивал у вас. Я не знаю, сейчас просто... Стой! Стой! 9. Нету. 7,62 и все, и тотем. Нет. Понятно. Будем встречать его прямо здесь или куда-то идем дальше? Ну идем куда-то. Место-то какое-нибудь удачное. Тут смотри, темно, тут даже нет фонарей. Ну пещера разве что, но удачная, Лена. Да не, там замкнутое пространство, никуда не убежать. Так, смотрите, он может напасть прямо сейчас. Значит, надо быстро будет поставить эту цистерну. Ну вот, мост, да. Мост, хорошо. Черт. Так, я с той стороны поставлю. Давай, я камеру поставлю дальше. Вот тут. Так, готово. Камера есть. Олеж, ты там поставь камеру. Или давай я поставлю. Сейчас. Я поставлю. Подожди, осторожно. Я знаю. Так, у меня. Мне кажется, мы были на этом мосту. Мне такое даже. Тут они все одинаковые, эти мосты. Алекс, ставишь, да, эту как? Да, я уже поставил, я думаю, канистру куда-то. Канистра, у меня есть еще канистра. У меня тоже есть, я думаю. Так, я думаю, я хочу ему в жопу вставить GPS. Мне писали, что надо вставить в жопу ему GPS и потом с помощью дрона за ним лететь. Но у нас, кстати, нет дрона. Есть, я взял. А ты взял? Ну, типа, надо за ним лететь и шарашить его током. Хочешь, можешь попробовать. Даша, это гиблая затея. Почему? Нет, она прикольно на словах звучит. Ну, во-первых, надо им управлять уметь. Во-вторых, не знаю, я не умею управлять дроном здесь. Я могу Алекс? Тебе его дать? Нет, не на меня не надо, я отвечаю за его задницу. Да, все хорошо. Я должна буду вставить этот GPS, поэтому... Но его задница пострадает, я тебе так скажу. Ты за нее отвечаешь. И я тоже могу пострадать. Должен. Думаете, его заинтересует ваше мясо? А он может, понимаете, с рассветом явиться. Ну, дела, допустим, у Бигфута. У него же есть какие... Слушайте, а какие дела могут быть у Бигфута? Камеру проверьте с джакузи. Пожрать, может, посрать. Может, он дома у себя? Кстати. Нет, тут, кстати, Ника, я смотрю. Блин, я планшет не взял. Ну, конечно же. Где? Отходи, отходи сюда! Сюда, я хочу жму. Иди сюда, иди. Все, загнались. Ладно, гори. Тихо, тихо, где я не вижу себя? Да ты горишь, ты горишь. А что мне делать? Блядь, ай, больно как. Меня тут ёх. Стреляй. Нормально, живем. Так, стой, он куда упал? Ты прыгнул? У меня ноль патронов, ноль патронов. Где он? Он упал, он убегает. Он уходит. Вот по GPS вы видите, да, GPS, да, светится на жопе огонек. Так, я забрала капкан. Давайте забираем и почапали отсюда. Вы издеваетесь? А я стою, смотрю ваши камеры. Одну камеру давайте здесь оставим. Как он тебя-то, нифига, как он подкрался к тебе? А я не знаю, я его не видел, никто из вас его не слышал. Стоишь, смотришь, он такой раз... Давайте одну камеру здесь оставим. Я одну там забрала, одна здесь будет. Вон он убегает, смотрите. Теоретически. Слушай, мы за ним. Я ее переставлю, подожди, я на холм ее поставлю. Там есть холм, и с холма будет лучший обзор. Но она может его не засечь, нам же надо, чтобы Кака его засекла. Ладно. Так, что здесь? Если он, конечно, по дорогам бегает. Так, идем тогда направление к нему туда. Ну вот здесь, да. Вон, смотрите, там есть разложение. Кстати, а почему там дырка, смотрите, между двумя дорогами? Понаблюдайте, может быть, он бежит к себе лечиться. Собака! В пещеру. Алекс. Собаку нашли, вы нашли Тоби. Да, блин, вот она сейчас. Тоби. Ну, он ответит. Вот за Тоби. За Тоби точно ответ будет. О, тут, кстати, он тоже, видимо, кого-то схавал, потому что тут костер горит. А я не помню, кстати, раньше костер горел.
F за Тоби. Я нашла фейерверки. О, мы тут не были, я не помню этого. Да я не помню. 9815, зелененькие. Так, 98, ладно. 15. О, здесь патроны. 5,50, аптекончик заберем. 99 ищите. 5,56 нашла, 15. Так у нас нету. Автомата нету. А, сори, пардон. Канистру с бензином возьмите. Есть кто-то. Есть аптечка одна, кому-то надо еще? Я тоже взяла. 98,15, вы запомнили? Угу. Угу, так, в смысле, запомнили? Да. Не, вообще нет. Я даже Хильга говорить забрал. Не стал, потому что я не запомнил. Даша, Хильга, я буду ждать тебя. Точнее, в Colonial Creek с Тоби. С Тоби он уже никого не ждет. Олеж, а подожди, патрон, стоп, стоять. Тебе какие? Ой, 9. Девяточки. На 10 штук. У кого-то есть, кому-то надо аптечка? Могу нет, дать. У меня, по-моему, у меня есть 3 одна. Штуки у меня. Кстати, он бежит Ого. К реке, он остановился. Бежит обратно, бежит дальше. Интересно. Ну, у него GPS, к сожалению, на одну ночь. Он потом из задницы его достает. Он снял GPS на одну ночь. Нормально. Почему? Чего бы и нет-то? Так, здесь мы вроде все залутали. Слушайте, а почему тут реально есть, смотрите, поворот направо, и там... О, тотем номер два. Поворот направо, видите, и там как бы дырка между двумя дорогами. Там типа я что? Вот сюда идите. Рычи! Он пришел? Не знаю. Он может и вернуться. Так, Алекс, давай я тебе дам лом тогда, не уходи. У меня ножик так, есть. Сейчас я главное не ломом. Классный есть. Нормально. Топоры. Ну, да, у меня 10 патронов и лом. Все, я готов. Погнали за ним. Алекс, ты самый опасный. Да. Я не понимаю, почему здесь нет ноцарь, где дорога идет, а потом она прерывается. Тут не пойми что. Ну это же писюнчик, нет? А, нет. Писюнчик. А, смотрите, тут типа... Он так идет и оканчивается всегда так. И потом, видишь, это начало. Это полетело, это начало писюнчика. Подождите. А дальше он издевается. Радио Тауэр. Мы тут не были. Начало или конец? Просто объяснение дайте нормально. Мы не были здесь. Радио Тауэр. Какой изогнутый писюнчик здесь в конце, да? Блин, это вообще как-то полшестого прям. Ух ты. Так, и что это у нас здесь? Здесь есть какие-то штуки. Так. Туалеты только я проверяю, да? Нет, я потом иногда за тобой смотрю. По-моему, я дрон слышу. Я слышу тотем. Я иду заберу. О, тотем это хорошо. Идите. Так, если мы запустим дрончик, а дрончик у нас где? Дрончик у нас дорога. Здесь. Так, зеленый сейф. 98-15. 15, да. Ага. Я почти даже запомнил. 98. Ну. Удиви нас. А у кого есть планшет, можете запустить дрон. Кос. О, у нас снайперка. О, отлично, я тебе давай, сейчас накину. Нет, слушай, давай, может быть, ты мне обычную дашь, а ее себе возьмешь. Давай. Ты у нас стрелок покруче. R700, держи. Так, R700 у меня. Что это за топани? А, это вы топаете. Я не знаю, это он. О, да, это нормальная ВМ-ка. У меня 7,62, ребят, 80 патронов. Да, ой, со мной поделись. Давай. Да, давай поделимся. У меня сколько? Значит, 10. Смотри. У меня 10. Скиньтесь там штучек еще по 10-20. 12-й калибр. На тебе дам. Ну, Олега тоже пускай. Да. О, я тебе дал, нормас. Все, класс. Все, живем. Теперь нормально можно зажить. Теперь да. Так, здесь ничего, я просто стараюсь. Пусть приходит. Все, он смотри. Не жилец. Что такое? Случайно! Он возле меня! Он здесь? Падла! Где он? Так, ай, блядь, он меня за домом! Алекс, как ты вылез? За домом! Черт! Блядь! Дрянь ты такая! Ребята! Давайте на меня! Бегу, иду! Заманивай! Есть, молодец! Фейерверк! Хорош! Херачи! Давай, стреляй! Стреляй же, дура, не перезаряжайся! Стреляйте! Я стреляю! А чего я жертва? Это ж не палыши, чтобы за мной бегать! Чёрт! Туалет, Аша, туалет! Встань, какой туалет! Один меня! Забегай в этот, да плевать, не надо! Мало хп! Кого, Алекс, тебе дать аптечку? Алекс, туалет! Я подлечился! Молодец! Я бегу! Беги! Так, давай! Ах ты дрянь такая! А он старика не трогает! Кстати, да, вы заметили? Река не трогает. Алекс, беги! Алекс, нет! Опять меня! Алекс, беги, просто беги! Пусть свалит! Куда лежишь, говори! Да хай сваливай! Куда через забор? Смотри, что творит! Куда ты бежишь, падла? Ебона мать! А чё так беззвучно-то, как хитмы, блин? Я стою, мне опять подгрузла игра. Я стою себе, её перезагну, это самое. И тут это вы орёте, я вообще... Всё. Я просто из сколько у тебя здоровья?
И он тут стоит, ждет. Алекс, что тебе дать по здоровью? Так, у меня 28 хп. На, так, аптеку. У меня две аптеки тоже есть. У меня три. На. Даша, так я дрон заберу. Ай-яй-яй. Что, я пособирала аптеки? Три аптеки, у меня 5 патронов. Давай, Алекс, что там не настрелял, кидай обратно деду. Насыпь дедушке. Сколько у тебя патронов осталось? 5 и 9 в запасе. Так, у меня что? О, у меня 40 еще. Так, нормально. Десяточку хотя бы дай. 20-ку сейчас поделимся. О, так, я тебе как раз 20-ку дал. Хорошая инвестиция. Да, да, да. Без процентов. Так, здесь нам делать нечего. Ладно, пойдем. Это он, получается, за одну ночь 2 раза напал? Да. Так, смотри, сколько у него хп осталось. У меня есть этот самый. У меня еще канистры. Еще. У меня канистры. У меня канистры и фейерверк. О, а ты что, молчишь, ты ходишь? Ну, так я, мы же ходим, лутаем. Откуда мы знали, что он сейчас сюда придет? Мы же думали, что он все. Эта игра, она получается, видишь, как ее сделали? Непредвиденно. Ну, это классно. Кто шуршит? О, слушай, Олег, у тебя же динамит еще есть. Да, давай, я же говорю. Да. А я тебе что-то продеваю. Это... Подождите, а может динамит надо к нему? Может, к нему надо прикрепить? Нет, ты его где-то заложишь? Нет, его надо заложить. Да, я его заложу. И потом нажать, чтобы он точно пробежал. Красиво его, да. Либо знак... Бля, по голове! Юпона, мать! Господи, да. Смотрите, как можно сделать. Он попадается в капкан, и или подойти, он начинает корчиться от взрыва бочки. Я кидаю взрывчатку. У меня пару секунд типа есть. А ну, как я делаю это, как я в жопу выставляю. А ее кидать разве надо? Мне кажется, около капкана поставить взрывчатку, он подойдет, попадется, и нажмешь кнопку, он разлетится. Можно и так, в принципе, нет? Так. Так, давайте можно сюда пойдем. А может ее кидать? Я никогда не пользовался. Поэтому ты слушайте, во-первых, Ranger Station, но я хочу посмотреть. Тут, получается, нету никаких деревушек. Там мост наверху он есть. Ну, пойдем сюда. А это мы обратно. Не, туда нет смысла. Почему обратно? Куда? Идем, сюда? Идем. А. А, тут, получается, нет деревушек, потому что, помните, в снежном биоме там смотри, оно все сходилось. Смотри, даже внизу писюнчик возбужденный, видишь? А почему ты мне его показываешь? Да потому что тема писюнов. Или опавший, смотря как. Заметьте, я уже несколько серий подряд ничего не говорю про писюнчики. Я говорите только... Если ты бежишь обратно... Но ты заразила нас ими. Я заразила писюнчиками. У нас раньше это аппендиксы были, а вот теперь все. А о, вот домик. Да, Даша, да, прогресснули мы с тобой до писюнов. Да. Потом за капелки пойдут, потом там черкаши. За капелочки это всегда актуально. Так, я, кстати, не вижу еще. Что здесь? Спенсерс Рейнджер Стейшн. Опять я иду чекать биотуалет. Давай. О, патроны, аптека и 12-й калибр. Нафига мне тут? О, ружье я нашла. Р-870, это же ружье, да? Да. Слушайте, давайте я с ружбайкой похожу. Дать тебе патриков, покажи. У меня есть 18 всё. Патронов. Я закину, сейчас еще есть. Дам. Я тебе тоже дам. Давайте у нас у всех будет разное. Опа, о, богатенькая. Все, Даша, ты должна разнести. О, 9 миллиметров. 9 миллиметров Алекс, нашла. Твои? Не, у Алекса... Ну да, но я уже на винтовке, ну да, но я... Нет, я не откажусь. Что такое? Тебе дай 9 миллиметров. Сейчас дам. Сейчас тебе тоже выдам. Стали втроем. Стой, Алекс, не двигайся. О, на выдачу. Кто последний? Кто на крайний? Тебе еще десяточку. Я выдаю сегодня. Так, здесь ничего. Выдача писюнчиков. Биту кто-то возьмет? Давай я возьму, потому что у меня только нож. А возле кровати там, возле кровати. Возле кровати? Ага. Ну, мне кажется, что бита... Тарелки, свечки. Так, идем. Так, слушайте, знаете что? Вот мы сейчас классно залутались, нам бы такое местечко классное найти к ночи. Где мы можем ловушек наставить, его подкараулить и просто в эту ночь его положить. Сейчас 12 часов. Ну, ты пойдем. Прямо его за 30 минут хочешь прям так наколбасить, да, жестко? Ну, а что ж так, прям еще серия. Это будет хардкорная серия, да, такая? С писюнчиками. Нет, мы здесь сейчас, я думаю, сейчас отъестся. Я думаю, за 3, но... А, точнее, сейчас 3, за 4, наверное. Но кладбище бигфутов я пока не вижу. Кстати, а что здесь? Вот смотрите, давайте на вот эти надо вот маленькие. Надо почаще играть, будет и кладбище. Озера. Это, знаешь, как бегающая кукла Вуду из Фазмы, помните? А, она да, она бежит, бегает, она бежит. Она бегает, да, она бежит. Нет, почему она бежала? Помнишь, Алекс умер и бегал куклой? Да, мы тогда угорали страшно, помню, вообще. Что? О, опа, лупит. Тихо, где-то что-то делает. Где-то что-то происходит. Оп, привет. 5.56, кому-то надо? Нет, тебе. Никому. Нет. Спасибо. Ух ты! Я полетел! Вау! Это не тут я плавал, нет? Нет. Полетели! У-ху! Леди, не упасть, лишь бы не упасть, мой стихондроз! Радикулит! Дедуганчик, держись! Дедуганчик! Я посмотрю, как ты потом будешь. Бабушка, тут бабушка на скина нет. Блин, смотрите, какое классное место! Вот по идее, да? Ну, кстати, по идее, ну, так, скоро. Кстати, да. Ну, давайте здесь рядышком побегаем. И потом, если что, можно всегда сбежать, да? Согласен. Ну, кстати, так давайте... Стоп! До ночи далеко. Три часа сейчас. Место.
запомним место, если что, давайте кто, озеро, ну как. Смотрите, запомним? ребят, давайте в три разных точки сейчас бегаем, тут развилка. Нет, так плохие ужастики начинаются, зачем это? Я побежал. Ну сбегали бы хотя, я сюда пойду. И вернемся там через два часа, просто там... Через два часа вернемся? Two hours later. Каких hours? Hours later. Что? А что, неправильно? Подожди. А shelter? А как тотем? Все, у меня есть 4 тотема. Все, отлично. Можем умирать смело, да? Я пистолет нашла и патроны 9 миллиметров. Слушай, Даш, так надо тебе, чтобы ты не умерла. Мы-то тебя не залутаем. Ха, почему залутаем? Вы же меня обокрали тогда, помнишь? Да? Тотемы можно украсть, да? А, ну все. Мы тебя обокрали. Тогда умирай. Хорошо. Я еще аптеку и GPS-сенсор. Мы тебя еще бросали, если ты помнишь. Да, пинали. Да я вообще не знаю, изверги. Так, господа, я нашла патроны 5,56, патроны 9 миллиметров, нашла аптечку. Где ты это все находишь, блин? Я тут по лесу даже гриб не нашел никакой. А вот нечего меня сказать. Алекса, все животные грибы прячутся, наверное. Мы пошли не в ту сторону, по-моему. Что? Ребята, это вы или кто? Стреляй в него! А, это вы енот или кто? А там стик пришел! Батька пришел! Все, умер! Да, за енотом стик пришел! Ребята, я возвращаюсь вот туда на подъем, потому что я слышала Бигфута. Ой, уже темнеть, погнали обратно. Это медведь, это медведь был. Я уже наверху, если что. Все, погнали обратно. Это месть была за енота. Да, да, прикинь. Месть за енота. Ну, енот... мы, короче, поразвлекались с Алексом, убили енота. Не убили! Из кустов убегает медведь. А мы убили енота? Я бы тоже... Да. Нет. Мне кажется, он ушел и пожаловался. Да, и медведь пришел сразу. Книга жалоб и предложений, да? Да. Так, сейчас бежим. Я уже тут одна стою, я себе заготовила, я поставила фейерверк. Ты там, у тебя капканы есть? Нет, я поставила фейерверк, и я поставила... Я поставила фейерверк и эту... Накрыла стол, да, там сейчас давай... Бензин. Мы подходим. Блин, аккумулятор есть. Сладкий стол. Прикольно было. А тут на подъеме я акум поставлю. Короче, у меня тут ловушки. Дедушка устал, не спешите, молодой. Молодняк. A few hours later. Дедушка уже лет 70. Это вместо пенсии, я вот этим занимаюсь. А, вижу. Так, я поставлю один. Смотри, что мы сделаем. Я вот здесь поставлю, на подходе. А я вот здесь еще один. Много капканов не бывает, да? Да, в принципе. А тут он, кстати, ребят, не хочу вас расстраивать, но теоретически он здесь тоже может зайти. Да, он здесь может зайти. Блин, давай с той стороны поставим тоже. Я еще капкан ставлю. Так. Вот тут прям на подъеме. И я хочу здесь поставить... Нет, это плохо. Блин, а что, у меня все? Имейте в виду, у нас напоследок еще взрывчатка есть. Давай и уберем канистру и поставим ее туда. Аккумулятор. А вот тут аккум я поставила. У нас капканы с двух сторон. Да? Камеры стоят. А прикиньте, если он сегодня не придет. Этот мудак появляется просто как призрак. Я и тогда стою здесь. У нас есть экстренный путь назад, можно туда линять. Да, наверное. Вот в этом же и фишка. Угу. Так, я еще отъелся. Тут поставил с этой стороны. Все. Ты много не ставь, они от взрыва ломаются. А я, да? Угу. Ну я на расстоянии вроде поставил. А прикиньте, сейчас Бигфут, короче, на этой, на канатке прилетает. А, откуда с третьей стороны? Проверили IQ, лохи? Наебало. Так, я, если что, держу на этом сам, на мушке фейерверк. Держи на мушке. Не, я, наверное, на мушке держу... А зачем вы так канистры как-то расставили? Вот здесь! Вот, чёрт, я что говорил! Прошел все капканы! Бля! Так, заманим! Ты куда ведешь? Веди, нет, ты не ведешь! Вниз ведите, давайте вниз! Сюда ведите, капканом! Надо вниз прыгнуть, Есть, жжется! Так что ж вы там... Так, он убежал! Так, достал. 219 у него, 209. Я же говорила, с другой стороны козлина придет. Нормально, да. Дрянь какая. Алекс, ты ему все равно продолжаешь, да? Я еще сюда нападу, я еще попала. В жопку засажу, нормально. Так, тот угол получается чистый, там ничего не взорвалось, да? Ну да, я туда спустилась, думала, мы его туда заманим. То есть у нас минус один аккумулятор, хорошо. И три капкана, он их обижал, ювелир гребаный, а? Да, смотри, он здесь, я, кстати, сам так же проходил по этой стороне. Вот так это ты ему показал, как надо бегать? Да, он, видать, посмотрел в кустах, я думаю. Так, я пошел, это, портки проветрю. Но он вряд ли придет, или? Нет. А куда ты полетел? Проветриваюсь. А-а-а. Давление у деда подскочило, я проветриться хочу. Он сейчас тебя там будет ждать, приветики! Так отлично, его встречу. Оп. Чисто. Да я уж тут полуталась. Даш, я так понимаю, ты везде уже полутала. Ну, конечно. Уже я же знал. А чего вы себе... Взял, улетел. Я же проветриваюсь.
чтобы давление не подскакивало. А чего Алекс не проветривается? Так Алекс молодой. Я делаю эти ловушки, переставляю. Делаю вещи, делаю дела. Козлина взял-то. Слушайте, так мясо, может, туда перенесем? Он пришел, наверное, потому что там мясо было. Есть мясо? Может, там енота замучили? Там я был. Есть мясо, еду класть. А вот здесь бы я на вашем месте поубирала бы мясо, потому что желательно, чтобы он тут не приходил. Ну, лучше с той стороны. Так, нормально. Даш, он придет как захочет. Тут, я думаю, никак не влияет мясо, не мясо. А у меня, кстати, есть GPS-сенсор. Ой. Пока тихо. Так, с этой стороны на мосту я капкан поставил. Аккуратно, не суньтесь. Теперь а прикиньте, если бы на мясо в следующих обновах на мясо будет приходить медведь. Ну, то есть не обязательно Бигфут, а будет медведь или енот. Или семья енотов будет мстить. Ну, кстати, я бы тоже так сделала. Это такой хардкор режим. Я вот думаю, с канистры... О, дождь начинается. Капает чуть-чуть. Как мы будем по канатке подниматься мокрой? Не знаю. Но у нас есть еще динамит. На всякий пожарный, на финал. Блин, надо, да, его, слушай, точку поставить надо будет им. Который хочешь, я его здесь в центре кину? И поставлю точку, и мы все вокруг встанем, и ты нажмешь кнопку. Будет красивая точка. И мы все тоже улетим. Естественно. Я еще на озеро смотрю, мало ли, вдруг с озера придет. Там я его не... Постоянно какой-то шур-шур, но... Есть, да, есть такое. Короче, я стою... Он может с любой. Но он убежал туда, теоретически он... Хотя нет, теоретически не работает. Дождь и темнота. Но он не вернется. Он отбегаться начал. Что за звуки? Где? Да кто-то бежит. Блин, вы слышите? Там, он с той стороны. Это он? Вот там. Смотрите, разница между рыком и когда он на нас напал, была где-то 2 минуты. Поэтому, скорее всего, сейчас он придет. Давайте я дрон запущу. А по рыку нельзя понять, какой он там, этот, горе или, может, это мимик? Да, конечно. Может быть, это фантом? Я полетела. Давай. Пока чисто. Пока нормально. Но тут так темно, я ни хрена. А тут же нет ночного видения, да? У меня есть. Я хорошо. У дрона, я имею в виду. У дрона, наверное, есть. Нет. Чисто. Пока чисто. То есть, по факту, он должен откормиться, он должен восстановить свое здоровье. Ну не полностью. Я вот тут не, летаю. Ну если он совсем, конечно, идиот, сейчас придет, ну блин, ну. Я бы на его месте не совался. На. Я он думает, что их трое, я супер крутой, я один их разнесу. То есть мало ему было до этого. Ни хрена не вижу. Так, это вверх. А как shift? Shift опускает у нас. Тихо, тихо, тихо. Что это было? Я не сшибло. А, слушай, ударь Алекса током, попробуй. Алекс, ты где? Еще и дождь, еще это нет. Алекс! Алекс, иди сюда. Хорошо, Даша, ладно, ударь меня. А ты где? Я старый, мне можно. Да, подойди к дрону. Ему даже полезно, кстати, я думаю. Электрофорез заказывал? Бля, несет ХП, Даша, ты что? Нормально! Да, ХП не забрал, ты, а что ты упал так забавно? У меня 50. Ой, бля. Проэкспериментировали? Себя самоударь. Нет, себя я точно не хочу. Слушай, где, черт? Ай, блядь, она далеко была, я тут. Давайте все, есть! Все, дурак вернулся, зачем? Лечился бы, а? Грязь. А куда он вообще упал под этот сам подмост? Откисно. Просто отписал его. Слушайте, ну это просто мы как эти, как красавчики его уделали. Да, я даже не знаю, за сколько времени мы это сделали. 40 минут, 42. Да. Ну, просто сам прекрасно. Сам виноват. Да, бегал себе, жил, за енотиков мстил. За 3 ночи профессионалы. Между прочим, бегута. Кстати. И урона Олег нанес больше всего. Я чуть меньше всего. А Бигфут вообще какой-то лох. 213. Ну, вообще. Все в меня, походу. Нет, подожди, меня он тоже полупил. Ну что, с вас лайк? Правильно? Будем прощаться. Надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь. Увидимся в новых охотах на Бигфута. Пока-пока. Пока-пока. Пока.